Карина Джонсон из Дании. Ну, правда, Данию она представляет лишь номинально. Сама родилась и постоянно проживает в США. И музыкальная композиция «Дамы в лиловом» к одноименному кинофильму. Ну, а композитором выступил Джошуа Белл. Слишком удачно исполнила свою короткую программу датчанка, представительница Дании, так будет точнее, по сравнению с той же норвежкой, конечно, ее выступление можно назвать неудачным. И единственным прыжком, который худо-бедно покорился Карине Джонсон, стал двойной аксель, который так же, как и у Эрли Харстед, стоял во второй половине программы. Сначала показалось, что в неудачном приземлении после Луца нет, в общем-то, ничего страшного. Во-первых, Луц достаточно сложный прыжок, а во-вторых, он был не первым прыжком в каскаде, а просто выполненным отдельно. Но и тройной сальхов тоже не удался спортсменке. Вот сейчас мы видим исполнение сальхова. Нет, это уже аксель, прошу прощения. А вот сальхов тулуп, заявленный в программе, не удалось выполнить Карине Джонсон. Остается она без каскада. Но надо отдать должное спортсменке, она собралась и достойно завершила свою короткую программу. Первый ее чемпионат на международном уровне в принципе. Никогда раньше она не участвовала в соревнованиях столь высокого ранга.
play it again? The other elements were solid. The spiral sequence was there. Родной отец тренирует Карину Джонсон, Кент Джонсон, и сейчас спокойно, без нервов, без надрыва обсуждают, какие же ошибки допустила спортсменка, папа и дочка. Общий уровень у нее достаточно высокий, имея максимальные баллы за короткую программу чуть больше 43 баллов, вполне можно было рассчитывать на иной прокат, но получилось именно так, и здесь уже ничего не поделаешь. Видимо, все-таки давило то, что выступает в довольно большом, красивом дворце спорта Hartwall Arena, и не сумела справиться с волнением. Да, лишь только 27 баллов ставят датчанки, даже 27,5, но это уже не суть важно. Похоже, что в произвольную программу она не попадает, ибо только лишь 12-й результат на настоящий момент, а впереди ведь еще будут выступать все сильнейшие.